Всем привет! Давно не виделись. Решил немножко подснять своих новичков. Ну вот, кстати, один из них. Дасцелы, Домино. Их трое. Думаю, может еще парочку возьму, чтобы стайка была. Прикольно смотрится. Здесь они никого не обижают. Рыба в основном вся крупная. Ну, из мелочи хризоптеры они отпор дают, поэтому, в принципе, никому не лезут. К ним тоже никто не лезет. Так, кто еще у меня из новичков? Где-то здесь пижама, вот она плавает, маленькая. Очень маленькая, сантиметра 3, наверное. Кроватка ее не тронула. Я когда запускал, она ее сразу увидела и даже не отреагировала. В отличие, если бросить такого же размера пицелию, креветка сразу отреагирует. Не знаю, видимо, как-то она их разбирается, кого можно, кого нельзя, не знаю. Но, в общем, как-то так. Мелочь она морскую не трогает. Где она, кстати? Где-то отдыхает. От пуза наелась. Вот видите, даже трудно найти крылатку, хотя рыбка не маленькая. Вон она. Ну, он там через щели ее видно. Вон она торчит, отдыхает вверх ногами. Так, и из новичков еще вот такой красавчик. Честно, название, как всегда, не запомнил. Новичок, но ангел какой-то. Коралл вроде не трогает, наблюдая за ним. Пока кораллы все целые, никто ничего не живет. Ну вот так в целом новости. Занкал. Отъелся, он уже такой кругленький стал. Косичка, кстати, интересно, то отрастет, то пропадет. Тот растет за 2-3 дня, то опять ее нету. Не знаю, может просто еще молодой, может еще отрастет подлиньше. Ну а так в целом все нормально. Более-менее. Единственный момент, каш профукал. Прибавил кальций в реактор. А убавить забыл. Там нужно было чуть каш поднять. Хотел поднять до 8. Поднял до 10. Сразу леденцы отреагировали. Вот видите, у них головешки. Ножка уже не в мясе, мясо подтянулось, то есть вот можно по леденцам реакцию на каш наблюдать, сразу они реагируют. Плюс у меня вот эти акропоры, все концы у них начали коричневеть, зарастать водорослями, как будто их обожгло. Вот видите, все концы я пообломал. Надеюсь, выживет. Не выживет, так не выживет. Что? Вырастим новые. Вот видите, все концы обломаны. Даже зонты отреагировали. Кто-то подзакрылся. Сейчас, кстати, очень ярко. В пике дня. Светит свет на 95%. Некоторые каналы на 100%. Ну, вот такие новости. Ну, в целом, все хорошо. Общую картинку еще. Ну, вот такое видео. Небольшой обзорчик. Всем пока-пока.